Вы смотрите канал «Улицы Москвы». Мы находимся в районе Богородской. И сейчас побываем на довольно длинной улице. Первая Гражданская. Протяженность данной улицы составляет 820 метров. И располагается между Второй Гражданской и Алымовым переулком. Ну, собственно, мы сейчас пойдем от Алымового переулка к Второй Гражданской улице. Что касается названия, то его она получила в 1922 году. Как и еще три улицы гражданские, вторая, третья и четвертая. Ранее именовалась Первая Мещанская. Но, понятно, при власти большевиков слово «мещанский» ассоциировалось с чем-то, так скажем, далеким от народа. И поэтому они вот решили присвоить такое название. Ну, собственно, мы пока что побывали только на 4-й гражданской в одном из наших предыдущих выпусков. Но сейчас вот прогуляемся также и по другим гражданским улицам. Ну, тут тоже вот смотрим, преобладает малоэтажная застройка, но и вот такие дома тоже имеются. Что это? П-46, похоже, серия, но точно не уверен. Вот. Ну, а также в окрестностях строится жилой комплекс «Время», жилой комплекс «Просторная 7». Ну, это чуть получается сзади. Ну вот в каких-то домах капремонты проводятся. Хотя тут не похоже никаких, что какие-то работы были. А вот эта школа, дом 96. Ну, явно сейчас столько нету домов. А возможно, был частный сектор когда-то. Чтоб столько домов было в почетной стороне, и вряд ли.
Ну вот это дом 95. То есть и по нечетным тут нормально домов было. Когда-то такая вроде улица небольшая, а дома 95 и 96. А мне вот нравятся вот такие кирпичики. Очень приятные дома. Таких, кстати, много в районе Богородской. Да и вообще в Москве их строили приличное количество. В Новогиреево, например, в Восточном округе, в Дмитровском, в Тимирязевском районах видел. Коптево там. Да много где. Интересно, как здесь вот шумоизоляция вообще вот. В панельках все слышно. Там вот какое-то строительство в районе Краснобогатырской. Так, улица Первая Прогонная. Дальше. Но это еще не конец улицы, Первая Гражданская, она там. Дальше. Далее тут 9 этажки.